Это программа «Донбасс Реалии» на радио «Свобода». Я Алексей Мацука, приветствую вас. 2 года назад, 1 марта, на центральную площадь Донецка вышли люди под флагами Российской Федерации с требованиями федерализации и присоединения Донецкой области к России. Так началась русская весна в областном центре, откуда через полгода выехали несколько сотен тысяч человек, а впоследствии уровень миграции из районов, охваченных войной, составил почти 1,5 миллиона. Количество жертв в ходе военного конфликта на Донбассе, по последним данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, составило 8 тысяч человек, почти 18 тысяч получили ранения. Несмотря на перемирие, война фактически продолжается до сих пор, а вблизи линии соприкосновения продолжают гибнуть люди. Каковы итоги этой так называемой «русской весны», воспоминания о которой еще так свежи в памяти дончан? И какие будут последствия вооруженного конфликта в некогда процветающих Донецке и Луганске? Об этом говорим сегодня с очевидцами тех событий, а сегодня вынужденными переселенцами, такими же, как и я, аналитиком сети «Опора» Александром Клюжевым и экспертом по вопросам внутренних перемещенных лиц Института общественно-экономических исследований Татьяной Дурневой. Добрый день, коллеги. Добрый день. Рад вас видеть здесь, в студии «Радио Свобода». И думаю, увидимся и в Донецке когда-нибудь. Но сегодня вспоминаем и говорим о тех последствиях, которые мы вынесли из этих уроков 1 марта 2014 года. Вообще, как вы думаете, получила ли Украина какие-либо уроки, исходя из вашего аналитического взгляда на эту ситуацию? Татьяна? Ну, боюсь, что нет. Как ни страшно это говорить, но у меня ощущение, что по-прежнему государство живет в своей реальности, а граждане живут в своей реальности. И я очень остро помню, когда весной 2014 года я по работе выезжала в Киев, здесь были все восторженно праздновали победу Майдана, а я пыталась объяснить, что обратите внимание, пожалуйста, на восточные регионы, у нас беда, нам нужна помощь. И это не слышали даже не активисты, не, естественно, на уровне власти. Никаких решений, мы знаем, принято не было, адекватных решений к той ситуации. И то, что мы сейчас видим с внутренне перемещенными лицами, также ощущение, что правительство не замечает никакой угрозы, либо не хочет замечать и адекватно действовать. Александр, как думаете, уроки для Украины вынесены ли правительством и действующей властью после всех событий, что мы увидели в Донецке, и фактически несостоятельности органов государственного управления, которые были на тот момент в областном центре? Основной позитивный урок на текущий момент – это все-таки внимание государства к вопросам обороны, армии. И мы можем сказать, что по сравнению с тем периодом, которым был до этого конфликта, до возникновения русской весны, сейчас все-таки подход государства совершенно другой в связи с теми обстоятельствами, которые сложились в этих регионах, и прямой агрессии России. Если говорить об общественном измерении уроков для государства, то, по-моему, мне все-таки государство здесь выводов не сделало. И мы сейчас видим определенные способы такого сталинского определения жителей оккупированных территорий как виновных, собственно, в том военном конфликте, который произошел. И фактически это логика России. И вот, по моему мнению, к сожалению, государство, я не говорю об обществе, в обществе все-таки более позитивные тенденции, избрало для себя все-таки не свою украинскую логику восприятия тех людей, которые оказались жертвами русской весны, а избрали российское видение, что вот есть какие-то особые люди, которые виноваты в том, что у нас в центре Европы происходит беспрецедентный военный конфликт. Реалистичным сейчас механизмом и это создание каких-то дистанционных инструментов взаимодействия с государством, в том числе по получению там пенсии, социальных каких-то гарантий. Как минимум, люди не должны ощущать себя как те, которые вроде бы должны постоянно доказывать, что они ни в чем не виноваты и так далее. Потому что это очень сложное состояние, которое, опять же, не способствует реинтеграции в целом украинского общества. Наши корреспонденты опросили жителей оккупированного Луганска, города, который находится под контролем группировки ЛНР. Стала ли жизнь луганчан лучше спустя 2 года после так называемой русской весны? И как они относятся к Украине, с чем связывают надежды на будущее? Хуже не стало. У нас был бизнес, сейчас его нету. Не лично для меня. Так что умерла моя мама, так что мне не очень хорошо. Как по политическим убеждениям, все нормально. Я считаю, все нормально. Я думаю, что со временем будет хорошо. Страшно становится, что как-то молодежи нету.
в основном пенсионеры. Поэтому смотришь, город какой-то опустошенный, и это тебя настораживает, и, конечно, настроение упадческое. Понимаете, мне вот как-то очень тяжело на все это смотреть. Вот, ну, как бы... Ну, мало все людей. Разрушается, а новое не строится. Ничего. Мало людей. Вот эти вот здания побитые, стекла. Как-то... Разбитые заводы. Заводы. Рабочих мест нету. Да. Одни базары работают. Ну, что тут? Да. Ну, мы довольны, конечно, тем, что не стреляют спокойно, да. Более-менее. Не чувствую, чтобы она изменилась. Нет, независимость от Украины. Назад в Украину я не хочу. Они нас убивали. Жили мы нормально и жили дружно. А почему это все произошло, я не знаю. Это, извините, не моя компетенция, не нам решать. За нас решают кто-то. Либо в Россию, либо в Украину, но не так, как сейчас. Ясно. Если возвращаться, то на старое все, не на новое. Не, у нас было одно и не было, как сейчас. Мне кажется, что у каждого свое мнение и у каждого своя точка зрения. И то есть, что сказать, что Украина – это плохая страна, тоже нельзя так сказать. Но просто больше тянемся к России. Часто говорят, что молодежь – основа будущего. И на молодежи часто строят, дают особую надежду. Как вы думаете, молодежь на оккупированных территориях сегодня – это действительно основа будущего? Или все-таки и там все плохо? Молодежь в любом случае основа будущего. Вопрос, чего будущего и какого будущего. Мы как раз должны еще говорить об информационной стратегии государства и о образовании, и о том, что детям рассказывают в школах, и как они видят вообще себя и происходящее в стране. И у меня нет, честно говоря, особых надежд на молодежь, которая осталась на неподконтрольных территориях, если мы говорим о будущем в Украине, потому что эти дети травмированы, они получили гораздо больше, чем многие из других жителей Украины, и многие дети, и эти дети, у них ценности уже изменены, они не такие, они видели смерти, они слушают исключительно российскую агрессивную пропаганду, и в этой ситуации, какие бы ни были родители, этим детям гораздо сложнее, чем другим детям, поэтому... Мне кажется, нам предстоит очень большая работа, как раз направленная на молодое поколение и на то, как помочь людям, которые пережили такие стрессы, вернуться в мирное русло и мыслить категориями, которыми мыслят другие граждане Украины. Ну, вы же видите, на оккупированных территориях предлагают и учебники, и проходят специальные патриотические часы воспитания в школах, и это не случайно. В политологии есть такое понятие, как социализация, и чем раньше начинается влияние политического на жизнь человека, тем очевиднее его устойчивость, его идеологических позиций. Александр, что с этим делать? Я думаю, тут ключевой все-таки фактор оккупации. Мы должны его не отбрасывать. И люди вынуждены мириться с теми обстоятельствами, которые у них там есть. И мое такое субъективное ощущение, я не имею социологии перед собой, потому что реально сложно эти данные корректные получить, что все-таки наши жители и Донецка, и Луганска оказались достаточно серьезным иммунитетом. Пусть как бы не было видения развития дальнейшего ситуации, но все-таки многие люди сохранили критическое восприятие тех обстоятельств, которые сейчас есть и в Донецке, и Луганске, и многие пытаются даже уже в условиях, когда это фактически невозможно, сохранять связи с Украиной. Они могут это объяснять разными словами и разными мотивами, но по сути люди еще не сделали выбор в отношении то ли псевдонезависимости, то ли российского. Они продолжают ощущать себя украинскими гражданами. Это действительно многим присуще, несмотря на то, что там ужасная пропаганда, там насилие, там и аппарат принуждения и так далее. Люди еще сопротивляются. И сейчас, как бы, и на протяжении этих 2 лет государство должно протянуть руку поддержки. Люди должны понимать, какие есть инструменты. А в чем эта рука должна проявляться? Ну, как минимум, не отрезать людей по правам, в том числе социальным. Это доступ к образованию, это доступ к информации. И тут то, что вы делаете, это сложно переоценить. Фактически государство этого не делает. И если говорить о информационной стратегии, мне запомнилась реакция одного иностранного журналиста, который встречался с нашими политиками в Киеве, и они им объясняли, какую они хотят реализовать стратегию информирования европейских граждан
относительно событий в Украине и на востоке Украины. Он говорит, я им сказал, пожалуйста, не рассказывайте мне, я был в Авдеевке, и я видел, что там на 10 новороссийских СМИ и российских нет ни одного украинского. Поэтому не надо мне говорить, что будет в Брюсселе, Берлине или в Париже. Вы сделаете у себя. И в этом действительно есть большая проблема, что уже 2 года прошло, а только как там, новости Донбасса, проект «Радио Свобода» и такие общественные, негосударственные проекты пытаются как-то эту нишу заполнить. Но на самом деле ситуация критическая, потому что мы видим, что общество худо-бедно оно восприняло, например, и волну переселенцев. И это показывает, насколько общество все-таки цельное. Да, и разные есть мнения, разные есть мифы, но тем не менее агрессии не возникло. С нами на связи по скайпу журналистка из Донецка Татьяна Заровная. Татьяна, добрый день. Мы сегодня вспоминаем события 2-годичной давности. Что бы вы, какие бы вы сделали итоги за эти 2 года? Насколько удалось все-таки Украине справиться с проблемой внутренних переселенцев? И как вы вспоминаете те события, которые были в Донецке 2 года назад? 2 года назад для меня началась война. Она началась с русской весны, как вы правильно заметили, это 2 года со старта русской весны. Началась она с того, что приехали к нам жители депрессивных уголков Донецкой области, к нам, я имею в виду, в город Донецк, где я жила, и их организованно подвозили, в том числе автобусами, принадлежащими предприятиям, контролируемым Александром Януковичем. Также приехали к нам жители Ростовской области, Белгородской области в большущем количестве. И внезапно, то ли 1 марта, то ли 3-го, когда там был первый митинг с участием Губарева, где он сам себя провозгласил, там внезапно огромное количество сторонников, друзей Путина и России образовалось. Татьяна, как вы думаете, сейчас этих сторонников, как вы говорите, друзей России, их сейчас больше или меньше, чем было тогда? И насколько искренне тогда люди верили в то, что Донецкая область, Луганская область могут войти в состав Российской Федерации, по вашим наблюдениям? Тогда те люди, которые из Донецка, конечно, в это верили искренне. Они думали, что можно и Советский Союз восстановить. Как? Этот вопрос никто себе не задавал. Думали только о том, что хотелось бы. Вот такой простой способ осуществить странную фантазию. Сейчас сторонники, если они есть, я не знаю, не живу уже, к сожалению, в Донецке. Сейчас эти сторонники – это люди, которые просто очень обижены на Украину. Я имею в виду людей, живущих там. Это уже люди, которые пережили военные действия, пережили потерю близких, пережили потерю дома, ну и много натерпелись. То есть я в каком-то смысле их понимаю, сочувствую и оправдываю в каком-то смысле. Вы занимаетесь журналистикой. Журналистика – это профессия, которая за счет элементарного, да, слова, ну, как элементарное многие считают, может вылечить или, наоборот, сделать еще хуже. Что бы вы сказали сейчас людям, которые находятся в оккупации, какими бы словами вы передали ту атмосферу, в которой, вот, по вашему мнению, там люди проживают, и какие слова бы вы использовали для того, чтобы передать им вот эти данные 2-летней давности? Так же, как и тогда писала бы. Это было вторжение. Для меня это было очевидное вторжение. Просто, понимаете, большинство жителей Донецка всегда и Донецкой области были аполитичны, неактивны, не интересовались политикой, не интересовались общественной жизнью и просто даже и не ходили на выборы, понимая, что у нас есть работодатель, обычно это Ахметов или кто-то из этой компании, Клюев, и они за нас знают, как надо правильно голосовать. Даже если мы не пойдем на выборы, они решат все правильно, так как надо. Наше дело маленькое. Поэтому большинство жителей Донецка 2 года назад, весной, в начале русской весны, не ходили на эти митинги. Они видели только их по телевизору или вообще не знали ничего о них. Они не знали, что там приехал кто-то из Ростова, из Тореза, из Снежного, что приехал кто-то из Белгорода за них решать их будущее. Они этого не знали. А я это знала в силу профессии.
Татьяна, и последний вопрос к вам. Все-таки, как вы на сегодняшний день оцениваете положение вынужденных переселенцев? Это людей, которые пострадали, наверное, больше других от так называемой русской весны. Кто-то остался вообще без домов ввиду вооруженного конфликта. Вы, как журналист, насколько времени уделяете сейчас этому вопросу? И, по вашему мнению, достаточно ли информации в средствах массовой коммуникации, информации о людях, пострадавших от войны? Я уверена, что Министерство социальной политики и руководители господина Розенко в лице того же Петра Алексеевича проводят политику, не способствующую возвращению людей, во-первых, освобождение от оккупации этих оккупированных, временно оккупированных, как я считаю, надеюсь, регионов. Во-вторых, не способствует никоим образом решению проблем. Вот не хочется это слово даже «проблема» применять, но они рассматривают нас как проблему. Максимум, что они могут сделать, это бросить подачку. И, как мы знаем, последние дни показали 350 тысяч, даже подачки хотят лишить. Кроме того, лишить ставки внутренне перемещенного лица, что создаст дополнительное огромное количество проблем. В то же время, если бы правительство, если бы Министерство соцполитики занималось мудро и так, как они должны это делать, решением этой ситуации, то, ну, кроме того, что в свое время они бы помогли эвакуироваться всем желающим, кроме того, что они бы не бросили людей в оккупации, кроме того, они бы использовали этот огромный интеллектуальный бизнес-потенциал и так далее, потенциал, который дают державе и хотели бы работать на благо те люди, которые были вынуждены уехать из оккупированных регионов. С нами на скайп-связи была Татьяна Заровна, журналистка из Донецка, которая сейчас живет в городе Киеве. Я предлагаю посмотреть опрос жителей освобожденного Славянска, как они оценивают события двухгодичной давности и произошла ли у них переоценка ценностей. Я считаю, что страна должна оставаться независимой, единой, унитарной. А что вы о последствиях можете сказать? Эти люди достигли своих целей каких? Ну нет, конечно, но вред они нам нанесли. Очень тяжело переживать все эти события, которые сейчас происходят. Хотелось бы, чтобы мы все жили в мире, чтобы нас не сталкивали лбами, и чтобы жить нам все-таки стало как-то лучше. Это было недовольство людей существующим правительством. Ситуация, которая могла пройти не так конфликтно, не так напряженно, она подогрелась этим явлением, как русская весна, вы говорите. И поэтому даже то, что все это не стоило этих жертв, их могло бы не быть просто, если бы конфликт остался в рамках Украины. Коллеги, ситуация, о которой говорят многие люди, она напоминает, что существуют якобы какие-то свои и чужие. Мы с вами помним в Донецке, наблюдая за сессиями и городского совета, и областного совета, как проходили там голосования, часто общественность выступала против этого, и тоже была такая своеобразная борьба своих и чужих, хороших и плохих. Кто сегодня выступает на стороне хороших, а кто на стороне плохих, как в большой Украине, так и на оккупированных территориях, по вашему мнению? Татьяна. Такой сложный вопрос, по-моему, очень... Я бы вообще не делила общество на хороших и плохих. И в принципе, это деструктивная такая позиция, потому что мы должны искать мостики, которые связывают наших граждан и наших граждан вместе с правительством. Это тоже эти мосты надо строить, потому что у нас вот именно, что все живут в разных реальностях, и поэтому, не понимая, как работает этот мир, граждане не понимают, как работает государственный аппарат. Чиновники не понимают, что в действительности происходит с людьми, тем более в разных регионах. И действительно есть проблема того, что мы не знаем, насколько разные условия жизни у людей в Донецкой, Луганской областях, на подконтрольной территории, на неподконтрольной, и у людей в Полтаве, например, и в Одессе. Это совершенно разные, даже там будут условия жизни. И поэтому, если мы будем подчеркивать наши особенности и наши различия,
эту мы никак не выиграем войну, и более того, сами себя закопаем. Для государства своими должны быть все те граждане, которые проживают и на оккупированной территории, которые не взяли в руки оружие. Вот это тот подход, который должен применяться во всех сферах. Тот, кто не взял в руки оружие, он может считать все, что угодно, пока он не приступил закон и не начал проявлять злую волю против государства, против целостности Украины, он имеет право на все права и на возможность интеграции в украинское информационное пространство. Также такой же подход нужно применять и на освобожденных территориях. Почему такое критическое восприятие в Славянске, Краматорске, в Мариуполе? Потому что, опять же, люди подвешены в своем состоянии. Области разорваны на две части, экономические связи разрушены. Фактически состояние такого общей депрессии в этих городах. И люди пытаются своей такой агрессией, в том числе к нынешнему руководству страны, ответить на те вопросы, которые у них возникают каждый день. Где работать, когда, если раньше мы ездили в Донецк со Славянска на конкурентную зарплату, то теперь некуда поехать. Потому что, ну, по большому счету, это очень романтический взгляд будет, если думать, что люди выйдут со Славянска, например, в другие регионы, это идут там легко работу. Нет, не найдут они легко работу, учитывая общее падение экономическое в Украине. Поэтому все это решаемо информационно политикой и действиями правительства. Я не помню, честно говоря, когда Кабинет министров проводил свои заседания в Донецкой и Луганской областях. Я такого не помню. Я знаю, что отдельные министры ездили не очень часто, но каких-то комплексных заседаний, полноценных, где премьер-министр бы докладывал о своем видении возобновления этого потенциала этих регионов, там, предоставление людям рабочих мест, преодоление этой общей депрессии, я такого не помню. И по большому счету это причина того, что мы тут видим. Потому что люди, они не понимают, какой у них центр притяжения. Я бы хотела все-таки добавить, что как раз вот Комитет по правам человека планирует выездное заседание комитета как раз на территории там, Донецкой или Луганской областей. И вот они, комитет это Верховной Рады. Комитет Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. И вот это тот комитет, который инициировал проведение как раз парламентских слушаний по вопросам не только внутренне перемещенных лиц, но и по вопросам жителей оккупированных и неподконтрольных территорий. И насколько я знаю, то обсудить вот проект рекомендаций комитет планирует как раз на выездном заседании, поехав непосредственно в Луганскую, по-моему, область. И тоже из позитивных действий это визиты депутатов еврооптимистов. Также. Ну, это все носит пока не системный характер. Надеемся, чтобы там прошло заседание Верховной Рады и то, о чем говорит Александр, правительство и парламента в итоге, и всех остальных наших чиновников и депутатов. Спасибо, коллеги, за участие сегодня в программе «Донбасс Реалии». Аналитик сети «Опора» Александр Клюжев и эксперт по вопросам внутренне перемещенных лиц Института общественно-экономических исследований Татьяна Дурнева были в студии «Радио Свобода». А нашим зрителям напомню, что этот выпуск программы «Донбасс Реалии» и все предыдущие доступны на нашем сайте. Также можете подписаться на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей Донецка, Луганска, Мариуполя и Краматорска. Сегодня на этом все. До свидания.